Строительство селекционно-племенного центра рыбоводства в режиме видеоконференц-связи обсудили заместитель министра сельского хозяйства страны Максим Увайдов и председатель правительства Северной Осетии Борис Джанаев. По словам вице-премьера, на сметную документацию в республиканском бюджете заложили около 96 миллионов рублей. Определили и земельный участок. Работу должны начать в следующем году, а завершить в 2025. Максим Увайдов подчеркнул, в Северной Осетии уникальные природные условия для развития аквакультуры. Реализация проекта имеет важное значение для сельскохозяйственной отрасли.